Вот знаешь, это как я часто отказывала себе в платье. И сейчас думаю, как много я себе отказывала. Потому что прямо сейчас, надев в это платье, я понимаю, в чем суть настоящей женщины. Ты выглядишь очень прекрасно. Мне нравится, как твое платье можно разбавить еще и аксессуарами. Хотя, если честно, глядя на этот богатый принт, ты понимаешь, что платье настолько самодостаточно, что его можно уже ничем не украшать. Платье Эбб сегодня представлено в трех расцветках. Это сочные бирюзовые цветы, его выбирает Елена Шептунова. Учитывая свой цветотип, женщины сегодня могут очень украсить себя правильными расцветками. У нас есть самый модный цвет этого года, яркий красный и нежные пудровые брусничные цветы. И все это платье Эбб от бренда Благов, кстати, по великолепной цене 1999 рублей в размерах от 50 до 60. Я предлагаю сейчас вначале определиться с размерами, да, потому что женщины уже выбрали свой цвет. Прекрасно. А потом мы перейдем ко всем деталям нашего изумительного предложения. Итак, учитывая то, что бренд Благов сегодня уже работает для женщин с богатыми формами и на некоторых предложениях расширил размерную линейку, давайте посмотрим на нашу модель Татьяну. У Елены 48 размер, Лена выбрала для себя платье Эбба 50-го, Танечке сдвоенный размер, верх 50, бедра 52. Внимание! Сейчас на нашей модели Тани 50-й размер. Посмотрите, если вы хотите, чтобы это платье вырисовывало ваш силуэт, чтобы подчеркивало вашу талию, и вам есть чем гордиться, и есть что показать, мой совет – брать размер в размер. Если раньше говорила, что мы выбираем сторону большего, то сейчас в данном платье мы можем выбрать 50-й, в случае 50-52. Ну, а Леночка выбрала свободу, и я объясню почему. У Лены секреты в зоне талии. Если у вас прямоугольный тип фигуры, перевернутый треугольник, яблочко, и здесь не так вы хотите, чтобы все облепало и вырисовывало, выберите на размер больше. Но самое главное поторопиться, потому что платье Эбб от бренда Благов сегодня специальное предложение дня, а значит, на это предложение установлена самая-самая приятная цена, но действует она только одни сутки, поэтому прямо сейчас набирайте наш бесплатный номер и заказывайте свой цвет. Тебе очень идет платье, ты такая кокетка стала. Ну, давайте перейдем к деталям. Начнем с материала. По опросу наших постоянных телезрителей и вообще покупателей, даже мужчины говорили о том, что это платье яркое, и мужчины обратят внимание на такую женщину. Вы заметили, какой здесь красивый принт? Во-первых, у нас создается ощущение мелкого горошка, а это геометрический принт, маленькие квадраты. Давайте вглядимся в эту красоту. Вот такой водопад геометрии мы видим с вами в сочетании с цветами. Если следовать последним тенденциям и трендам в мире моды, то сегодня смешение принта – это очень актуальное предложение бренд Благов выбирать такой материал. То, что флористика присутствует, и она находится именно у зоны воротника и внизу изделия, украшают наше платье. Ну и ткань. Леночка, прежде чем мне рассказать об этом материале, я хочу спросить тебя. Тебе в нем комфортно? Вот знаешь, Свет, всегда выбирая платье, я думала, ну будет некомфортно, будет скованность движения, но здесь я ощущаю невероятную свободу, и при этом я ощущаю, как внутри меня обнимает такая приятная ткань, она меня гладит. Вот, вот, если вы хотите тоже чувствовать такие объятия, а вот за счет чего эта ткань обнимает? Так. Ну, конечно же, за счет эластана. Бренд Благов вообще любит использовать вискозные материалы для своих коллекций, потому что вискоза сегодня один из самых любимых материалов наших женщин. Посмотрите, как драпируется красиво наше платье. Если мы видим с вами фалды, красивую мягкую драпировку, это говорит о мягкости материала и о том, что вам в нем будет очень комфортно. Мягкость ткани мы проверяем в прямом эфире и проводим с ней эксперименты. А сейчас давайте вспомним, что вискоза – это волокно растительного происхождения. И вам в таком наряде будет очень свежо. Знаешь, Ленусь, вот моя мама, у мамы богатая форма, она просто обожает такие ткани. Но мне еще нравится, что она не мнется, потому что целый день, находясь в нем, где-то присел, где-то осел. Целый день остается вид просто безупречный, как с иголочки. И это правда, это правда. Женщины любят вискозу еще и потому, что в таком наряде вы можете целый день провести на работе или отправиться на мероприятие. Сейчас второй пункт. Давайте поговорим о стройности силуэта. Вот, это очень важно. Я считаю сегодня, что у нас достаточно много предложений для того, чтобы мы выбрали для себя свой наряд. Но давайте сделаем грамотную покупку. Чем платье больше делает и добавляет вам плюсов, значит, это ваше платье. Конечно. Давай посмотрим на Таню. Вы заметили посадку на линии плеча?
плечевая зона здесь невероятно хороша. А все почему? Потому что там подплечники. Бренд Благов предлагает женщинам сегодня самим моделировать свой силуэт. Ну, конечно же, при помощи нашего платья. Причем, даже обращаем внимание на такие мелочи, наши подплечники обработаны шелковистой тканью, что даже благодаря плечикам вам будет комфортно. Вот это 100% качество. Дальше, благодаря плечикам женщины могут изменить даже свою осанку. Вот, например, у Наденьки Исекиной покатая линия плеча. Когда Надя надевает такие платья, она меняется. Сразу стать такая появляется. Конечно, да еще посмотрите, мне нравится, что подплечники обработаны. Это, знаешь, Свет, как дорогое нижнее белье. Внутри мы чувствуем вот такую дороговизну, а значит, повышаем свой статус. Ну, а сейчас давайте посмотрим на то, как платье сидит в зоне проймы. Знаешь что, Леночка, я обратила внимание, что женщины пышногрудые очень любят, чтобы в зоне проймы подмышечной зоны ничего не стягивало. Поэтому сейчас мы тоже посмотрим. Здесь свободная зона проймы. Повторюсь, что ткань эластична, да. Поэтому тебе комфортно. Конечно, я могу поворачиваться в любую сторону, и ничего не сковывает моих движений. Это прекрасно. Я хочу сказать, что вообще это платье находка для многих женщин, потому что здесь выточка идет не диагональная, а вертикальная. Само платье скроено очень сложно. Это платье по типу шестиклинки юбки. Да. И поэтому имитация юбки Гаде и красивая драпировка на зоне талии и низа юбки, она тоже моделирует женскую фигуру. Вот у меня, например, широкие бедра, и для меня это очень важно. Давайте посмотрим сейчас на нижнюю часть нашего платья, потому что здесь очень хорошо видно именно этот эффект расширения. Посмотрите, юбка расширяется, а значит, за счет увеличенного низа мы будем прятать зону бедер. Прекрасно, но больше всего мне нравится, что это платье уже с украшением. Посмотрите, да. Платье плюс украшение в подарок по такой цене. Это специальное предложение дня. Успейте дозвониться и забрать свой цвет.